Ой, бабуля, туши! Да чё за бракованный огнетушитель? Ёперес, это он ничего не делает! Бабуль, юбкой! Маши юбкой, маши юбкой! Юбкой помаши туши! Ай, ладно, руками туши, руками туши! А-а-а! Горим! Где? Рвануло-то как бешено просто! Бесполезный какой-то огнетушитель, походу уже срок годности давным-давно истек. Я что-то не думал, знаешь, бабуль, то, что две С4, две взрывчатки могут разнести здесь буквально весь подвал. Ты посмотрите, сколько... О, господи. Так, хорошо то, что вот это не уничтожило, это я еще могу толкнуть. Ашотику, братику. Я надеюсь, то, что замок здесь поврежден, и то, что я запросто его сейчас могу открыть своим лобом. Но если там дуля с маком, или если там хрен сушеный, а лучше дайте мне таблетки в башке, то после этого взрыва что-то у меня здесь сильно все разболелось. Может, там алмазики, бабуль? Бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины, золото, железо, уголь, пластик, воздух, ни черта. Это как ящик Пандоры, прям реально. Даже не знаю, что там внутри может быть. Ладно, бабуль, я открываю. Барабаны, включи мне барабаны. Постукай по стене, постукай по стене. Да-да-да-да-да, вот так. Вот. Раз! Вас! Лайк поставь, если не вот этот сосок! Трис! Опа! Есть кредитная карта какая-то, и все. Ключ-карта. На кой фиг? Мне в этой жизни залазь ключ-карта. Что я этой ключом карты открою? Может вот это? Или может я вот этим ключом карты открою телевизор? Подожди. У этой богатой женщины я уже грабанул весь дом. Она мне сама дала раньше ключ-карту. И с помощью той карты я открыл у нее балкон. Как раз таки через балкон я забрался. И через балкон я ограбил ее хату. А здесь еще какая-то ключ-карта. Чего она может быть? Может, от почтового ящика? Ага, и что я у нее буду воровать? Газетки, да? Или какие-то рекламки, какие-то рекламные листовки, да? А чего может быть ключ-карта? И почему они ее хранили в сейфе, который я не мог открыть примерно серии 5, а то и 6? Бабуль, да я угадаю, это, наверное, ключ-карта, которая была в одном сейфе от другого сейфа. Потом мы откроем другой сейф, а в другом сейфе будет еще один ключ от еще одного другого сейфа. А от другого сейфа будет еще один ключ еще от другого сейфа, а от другого сейфа ключ в другом сейфе, к сейфу в другом сейфе, ключ в другом сейфе, через другой сейф, сейф в другом сейфе, а в самом последнем сейфе будет просто реально кукиш какой-то вот такой. Вот кукиши такие будут, и мы ничего с тобой, да, не сможем грабануть. Они еще тут. Пошли на крышу. Быстро. С этим ключом потом разберемся. Давай, папуль, залезай на крышу. Быстро. Они до сих пор там, возле этого гаража, только не пались. Только костями своими не хрусти, а то они у тебя как бы старые, да? Смотри, шкалатрон там, они до сих пор нас ищут. Ты понимаешь, что уже прошло примерно часа 3, а то и 4. Мы уже даже взорвали сейф, они нифига не услышали. Ну, как бы, знаешь, нам же лучше. Смотри, какой он борзый, я не могу понять, кто у него батя? Может, у него батя мэр этого города? Кстати, это нам еще предстоит узнать. Он же говорил, то, что у него еще дача есть. Поэтому мне кажется, что их дом в этом городе даже не основное их жилище. Слышь, бабуль, ты не хочешь случайно дачу мэра ограбить, а? Вот там как раз-таки где-то в огороде, в саду у них закапаны сундуки просто с настоящим золотом. Так, здесь один, здесь... А, два бандита. Они, походу, на деревьях каких-то ищут. Придурки, я даю вам 5 минут, чтобы вы его нашли. Но я сомневаюсь, что они меня за 5 минут найдут. Если они меня за 3 часа-то найти не могут. Если не находим, то идем искать в его квартире. Бабуль... Ритузы подтянула, панталоны на уши напялила,
колготки за шиворот надела и потопали прям, чтоб зубы звенели, чтоб уши разлетались в разные стороны. Быстро! Он сказал то, что через пять минут, если они здесь меня не найдут, они отправятся в мою квартиру. А ты понимаешь, в моем квартире все. Вся моя жизнь! У меня там чистая балаклава, у меня там трусы мои, там гантели мои. Бабуль, мне срочно нужно отправиться домой. Эта тарантайка ездит? Да, ездила бы она, если бы здесь топливо-то было. Быстро давай отправляемся домой. Быстро, 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 быстро. Да ты чё орёшь-то? Ты чё орёшь? Чё тебе надо? А если не в мою забегут? Да на какой фиг им сдалась твоя квартира? Да тем более, они не знают, где ты живёшь. Он же этот... Этот же Школотрон мне сказал то, что когда я его грабил, у них дома есть камеры, и они меня записали на камеры. Он меня просто по базе пробил, как я понимаю, у него реально батя какой-то там мэр или начальник полиции. Они меня пробили по базе, они знают, где я живу. А ты-то на кой фиг им нужна? Ты просто... Если ты сыкуешь, бабуль, что они тебя запалят, превратись в Абюлабаб. МС Абюлабаб. Опа! 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 Совсем другое дело. За Гуччи линзами тебя вообще никто не узнает. А золотые цепи, ну, знаешь, каждый, кто на тебя посмотрит, вот они наоборот цыковать начнут, то, что ты их угробить можешь. Там еще ствол из ритуз достанешь. Или из Левчугана. Поэтому, бабуль, ты в безопасности. Пошли, давай, двери за собой закрывай. Да, пошли, 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 пошли. Обходи стороной, чтобы они нас не заметили. У нас еще несколько минут, чтобы добраться домой, забрать все мои шмотки и свалить. Ты понимаешь, что я больше своей... Я реально больше своей хате никогда жить не буду. Если Школотрон знает, где я живу, он же в любой момент может туда прийти. Вы понимаете, то, что сегодня я стану бездомным. Ой, извините, извините, мистер и миссис полицейские. Ну не то, что бездомным, с этого момента я начну жить у себя в гараже. Кто бы мог подумать, то, что жизнь вот так сильно повернется ко мне одним местом, начиная с предыдущей серии, когда вот этот школьник объявился. А вы здесь ничего подозрительного не видели? О, бабуль, не обращай внимания, не обращай внимания. Вы случайно не знаете свидетелей? Нам нужны показатели, кто... Какие показатели? Показатели счетчика вам нужны на горячую и холодную воду? Кто ограбит? Мы не знаем никто, кто там вот эту тёлочку вашу богатую ограбил. Не, мы как бы... Стоять, дайте нам показания. Да нет у нас никаких показаний! МС Абюлабаб, давай, быстро, побежали! Мистеры полицейские, у нас ничего нет! Мы вообще как бы у Абюлабаб аппендицит обострился, мы в больничку. Бабуль, побежали в больничку. Эти полицейские... Полицейские дотошные просто, не могу понять, мимо них нельзя пройти, они сразу за тобой начинают бежать. Все хорошо, развернулись, побежали обратно. Бабуль, топаем домой, забираем мои шмотки, свалим обратно в гараж. Быстро, у нас буквально 3 минуты осталось. Вспомни молодость, как ты в молодости бегала, давай. Дыхалка вообще не к черту. Бабуль, самое главное забираем, самое главное в карманы запихиваем, там чемоданы, ящики запихиваем и сваливаем. Вот твоя тарантайка. А, кстати, моя. Иди сюда. Я-то тебе не сказал, точнее, ну как не сказал, то, что я здесь припарковал свою тарантайку. Ща. На ней-то я и свалю. Я все загружу куда-то, коробки привяжу. К капоту, к бамперу, к багажнику. И мы с тобой свалим отсюда. Сейчас, да, я отъеду. Откуда он у тебя, милок? В смысле, откуда он у меня? Ты что, не помнишь? А, ну, конечно. Маразматичка склерозная. Я же его старотыбзил у менеджера этого в Макдаке. Ты помнишь, когда мы Макдак грабанули с тобой? Я же у него это старотыбзил. В смысле, не помнишь? Так, сейчас я здесь припаркуюсь. Пошли, быстро, у нас с тобой буквально несколько минут осталось. Да чё ты, стой, да у нас нет времени сейчас кудахтать с тобой здесь. Давай быстро, погнали в мою хату, мне нужно все шмотки забрать, я больше сюда никогда не вернусь. Я тут у деда в тумбочке нашла вот эту фигню. Ты бы поаккуратнее, дед походу со Второй мировой войны притащил. Поставь возле входа, если грабители вернутся, мы с тобой узнаем это. Ставь. Да, вот туда. Поставь туда. Ой, какая умница. Если что-то рванет, мы будем знать то, что возле нашего подъезда кто-то ошивается. Слушай, а если не вот эти не бандиты взорвутся? А если там какие-то дети на самокатах будут проезжать? Об этом мы не подумали. Ну, надеемся то, что не будут, да? Сегодня как бы у нас там, что, пятница, да, четверг, я не знаю. Все дети в школе, поэтому все нормально. Какая школа? Сегодня же лето.
Ну, сегодня лето, завтра весна, послезавтра зима, как бы знаешь, время скоротечное. Так, здесь у меня ничего нет, здесь у меня ваза. Что я должен забрать? Естественно, освежитель пердежа. Без этого жизнь вообще будет просто скучная. А может и мои шмотки соберем, а то я сыкую. Да чё ты сыкуешь, да бабуля, они не знают, где ты живешь. Чем меньше ты будешь сыковать, тем меньше проблем. Просто сядь, и точнее, выйди в подъезд и стой на шухере. Только дверь оставь открытой. Так, что мне нужно забрать? Блендер не мой. Точнее, вот этот блендер как раз таки мой. Тостер не мой. Здесь у меня хавчик. Хлебушек есть, три творожка, но они уже 100% протухли давным-давно. Их покупал примерно месяц-два назад. Творожок оставим здесь. Дошики обязательно возьмем. Стиральная машинка тоже не моя. Хотя какая разница, я ее возьму, потом продам. Так, это телевизор. Телевизор мой, я его старался. Это мина была? Это мина? Бабуль, доставай свой военный ножик. Опа, опа. Военный ножик доставай. Стой здесь, я сейчас приду. Надеюсь, там никого нет. Тихо, 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 тихо. Так, двое валяются. Мне кажется, что еще новые придут. А то этот школьник мог целую национальную гвардию себе нанять. У него бабок-то вообще выше крыши. Бабуль, стой здесь, стой здесь, стой здесь. Что я еще не забрал? Что еще не забрал? Так, здесь тостер это не мое, это тоже здесь ничего, здесь тоже ничего, вас не моя. Так, здесь. Зубные щетки, естественно, зубные щетки. Как я мог зубные щетки забрать? Здесь у нас. Чистая балаклава, это же святое! Я ж каждый день балаклавы свои стираю. Трусы забираю. Трусы тоже по два раза в день меняю. Бабуль, ты слышишь шаги? Это кто-то в подъезде? Давай я прячусь здесь, ты прячься с другой стороны, устраиваем засаду. Подожди, а где ты спрячешься там? Подожди, 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 подожди. Сейчас мы все организуем. Так, быстро, 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 времени-то вообще нет, времени вообще нет. Прячься за холодосом прячься, быстро. Пока на них не нападай, когда я тебе моргну, два раза моргну, тогда и нападай, хорошо? Тихо, тихо, стой, тихо. Раз, два, погнали, бабуля, за родину, за деда, за вторую мировую, давай, 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 одному по шишке дала, другому по шишке дала, они меня в паутину засадили, одного вырубил, давай, 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 другого вырубил, они прям растерялись в ту же секунду, бабуль, на шухер, быстро, бабуль, милок, вся жизненная пенсия перед глазами пронеслась. Бабуль! Стоп! Бабуль! Стоп! Пырнули меня! В смысле Сральник тоже забирай! Хотя нет, сральник не мой, сральник забирать не буду! Гантели мои, гантели, точно мои гантели заберу! Это сюда! Бабуль, нам нужно до гаража, у меня в гараже там а бейсбол есть, и у меня там первая медицинская помощь есть, если надо, рот в рот тебе сделаю, там, вот это, меня учили в лагере, помню, в детстве. Бабуль, вставай, пожалуйста, ради всего святого, ради деда, ради памяти о деде, вставай, пожалуйста, нам нужно ехать просто домой. Медленно, 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 там есть аптечка, если что, мы скорую помощь вызовем. Так, свет вырубим, лампочку тоже на всякий случай старотыбзю, я ж сюда больше никогда в жизни уже не вернусь. Бабуль, не сыкуй, они 100% не узнают, где ты живут, прям 100%. Давай, давай, помалесеньку, 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 в любой момент могут еще новые бандиты вот сюда подоспеть, поэтому давай, потихонечку, потихонечку, ты давай садись в свою тарантайку, я сажусь в свою тарантайку, встречаемся возле моего гаража. Объезжай этих чертовых полицейских. Давай, 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 бабуль, нам чуть-чуть осталось, 5 минут. 5 минут, и ты у меня там будешь лежать уже в гараже, и все будет... Ля, какая сильная. Ты говоришь, что тебе плохо, а ты вот эту тарантайку себе на голову взяла. Все нормально. Встречаемся возле гаража, бабуль, давай. Ты, главное, сознание не потеряй по пути. А то еще не хватало, чтобы ты в какой-то ДТП попала. Давай, я газую, встречаемся там. Бедная бабулька, бабульку пырнули. Что же из-за этого школьника это так много проблем, а что самое главное, он как бы бандитов отправил, а сам не явился.
Бедная моя хата. Я ж ее оставляю раз и навсегда. Мне нужно искать новое жилище, ну или жить в своем гараже. Я их лучше объеду, этих демонов в погонах. Вот сюда, вот сюда. Так, бабули еще нет. Бабуля опаздывает, как раз пока бабуля едет, у меня будет время это все очистить. Вот сюда. Вот сюда, так, быстро. Нужно вот эту свою тарантайку загнать вот сюда внутрь. Так, это ломаем, все, нормально. Вот так, вот здесь будет гараж-то у меня большой, просторный. Опа, и бабулька едет. Давай, паркуйся за гаражом, тут у меня уже места нет, за гаражом паркуйся. Вылезай, иди ложись, бабуль, иди ложись. Да не на улице ложись, а в гараж забегай, бабуль, не на улице, задницу простудишь. Сейчас эту тарантайку здесь припаркую, потом, если что, ее загоню обратно к себе в гараж. Вот здесь ее точно никто не увидит. Опа, вот так. Ёханый бабай. Бабуль, вставай внутрь! Давай, быстро! Давай! Так. Свет есть? Есть свет. Ложись, бабуль, ложись туда! Давай, на койку ложись. Сюда. Вот там таблетки. Сейчас, подожди. На таблетки. Глотни сразу, у меня водички сейчас нет. Просто глотай таблетки и спи. Оно должно помочь хотя бы на время. Выпила. Ты, бабуль, спи. Я здесь свет вырублю, как раз ночь. Бедная бабулька, кому я могу обратиться вообще за помощью? Кто здесь рядом есть? Кто? Я могу сказать полицейским, но полицейские это реально просто демоны в погонах. Да и тем более, что я им скажу? То, что я ограбил Школотрон об этом узнал, отправил своего охранника. Охранник хотел меня убить, но случайно пернул бабульку. Так они меня и засадят как раз таки в тюрягу. Кто здесь может еще рядом быть? Кто? Семёныч. Черт усатый. Сейчас мы к нему и отправимся. Он 100% мне сможет помочь. У него связи здесь по всему району. Извини, дверь сломал. Семёныч, открывай, не до шуток! Семёныч, дверь открой! Кулак себе сейчас сломаю. В смысле, что надо? Помощь нужна. Бабульку пернули прям в почку, прям смачно так засадили. Помощь нужна! Я сейчас коробку вот эти выброшу. Да в смысле ты занят-то сейчас? Бабулька умирает! Умирает бабулька! Бабульке помощь нужна, понимаешь? Нужно скорую вызвать, у меня телефона даже нет, чтобы позвонить куда-то скорую. Слышь, пацан, а что у тебя в руке? Главное не спалиться. Да, я здесь по улице шел, вот возле... Я гараж-то сзади тебя купил, мы с тобой сейчас гаражные соседи. Вот вижу, какая-то фигня на улице валяется, вот ключ какой-то, карта, я не знаю, что такое. Давай ближе к делу, скорую вызови, у тебя есть там какие-то обезболивающие таблетки. Помоги, пожалуйста, Семёныч. Да я знаю, что это за ключ. Ты знаешь, от чего это ключ? Семёныч? Открой мне, пожалуйста, глаза на эту жизнь. Скажи на ушко, от чего это ключ? А то я как бы его нашел на улице, но я не знаю, что им открывать. Вот это, бабуля предполагала то, что это от почтового ящика. Да я вот недавно тёлке богатой тачку ремонтировал. Она дала мне ключ от своего гаража. А, так это ключ от ее гаража? Там, где стоит ее тачка. Я сам тачку из гаража забрал, починил и обратно привез. Ага. А у тебя она откуда? А, карта? Да не вникай. Я ж сказал, я шел просто по улице, вижу, карта какая-то валяется. Да. Ладно, кого я обманываю? Жена и вот эта тёлочка богатая, мужа своему изменяет, я любовник его, да. Ловелас, ёпты, вот это испанский просто, мачо-мен, вот это, латинос. А, ну, ты главное не пали, пожалуйста, ее мужу, то, что мы с ней вот это, газ через выхлопные трубы в ее машине пускаем. Как бы не пали, это как наше дело, хорошо. Запудрил мне мозги, бабульке-то помоги, пожалуйста, бабульке там жить-то осталось считанные минуты.
Семёныч! Сорян, у меня здесь много дел. Да... А ты кому предлагаешь мне сейчас отправиться? У меня здесь больше нет никаких знакомых. Семёныч, пожалуйста, единственная просьба в жизни. Я к тебе обращаюсь. Спаси бабу! Еще мотор на одной тарантайке надо починить. Ну, пацаны и пацантрессы... Пускай баба Люба покоится с миром. Мы в заднице. В очередной 69-тысячный раз. Чё делать-то?